В Люберецком филиале Мострансавто вновь проводят антитеррористические учения. В плановом режиме руководство предприятия вместе с сотрудниками отработали действия при обнаружении взрывного устройства. Как проходит обезвреживание подозрительного предмета, узнала наша съемочная группа. По легенде учений, водитель автобуса обнаружил на конечной остановке подозрительный предмет в салоне. В первую очередь он сообщил о находке диспетчеру. Я водитель маршрута 373-й. Рзаев Эльдар Нажмутинович, обнаружен предмет бесхозный. Во время учения особое внимание уделяется отработке оперативных действий персонала при ЧС, а также проверке знаний транспортной безопасности. В тренировках принимают участие сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и кинологи. Проведение таких профилактических мероприятий позволяет минимизировать возможные риски и устранить уязвимые места в системе безопасности. Безопасность прежде всего. И, исходя с этого, мы, значит, проводим эти тренировки и для водителей, чтобы знали, как действовать, и для людей, которые должны быть безопасны. На обезвреживание подозрительного предмета у специалистов уходит меньше часа. Подобные антитеррористические учения в Мострансавто проводят около 10 раз в год. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.